говорю, что передайте, пожалуйста, чтобы провокаторов не было, потому что мы никого задерживать не будем, гонять никого не будем. Спасибо. Мы милиция Барнаульская, ну, милиция, понимаете? Но если вы появляетесь два провокатора такие специальные, потом появляется ОМОН. Передайте мужикам, пожалуйста, пусть сами где-то их убирают. Наши ничего не будут делать, но я видела уже таких полицейских. Мы уже там всех попросили, предупредили, да, вот про таких я и говорю. Это не наши мужчины, ну вы, пожалуйста, с ними. Хорошо. Потому что, похоже, они... Три машины я там поставил, видите, три. Они там подсадные. Это за ними, кто они? Ну вот какие-то подсадные. Ну вот я не знаю, я подошел, переговорили, вроде нормальные сказали, тоже своих охраняют. Хорошо? Поняли, да. Вас, да, девушки, поняли. Вас никто гонять, задерживать, трогать не будет. Спасибо. Спасибо. Мы верим в вас. Начальник Боровлянского отдела милиции. Мне здесь спасибо, с вами жить, большое. Понимаете? Спасибо. Я не хочу, чтобы здесь было модно. Я хочу, чтобы с вами договорились. Хорошо? Спасибо. Стойте. Пожалуйста, скажите, чтобы не было провокаторов. Хорошо, мы поняли. Я дойду до конца, скажу. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо большое.